Так, всем привет, мои хорошие! В этом видео я хотела бы показать вам свои небольшие покупочки за последнее время. Совсем немного покупок у меня было, поэтому я постараюсь вам быстренько обо всем рассказать. Итак, первое, что я купила, это была вот такая вот краска для бровей и ресниц. Написано гель-краска для бровей и ресниц. Обычная, самая дешевая, самая обычная, потому что большие краски я уже покупала в больших тюбиках, они у меня портятся, поэтому я вот на два раза покупаю вот такую вот маленькую пачечку. Здесь два маленьких пакетика, сама краска и оксидант, который проявляет ее. Поэтому вот, самое обычное покупала в обычном косметическом магазине, стоила она около 10 гривен. Очень нравится, как держится, хорошо красит и, в принципе, хорошо держится эффект после дальше этой краски. Следующая моя покупка, это будет такая вот небольшая палеточка румян и бронзера от фирмы Flormar. Я думаю, всем известен этот бронзер-румян. Выбрала я себе оттеночек P115, это такой вот коричнево-серый бронзер и оранжевый румян. Бронзером очень довольна, хорошо не рыжит, хорошо подчеркивает, делает такую вот естественную тень на лице, поэтому с удовольствием пользуюсь. Стоила около 45 гривен, по-моему, 45-50 гривен. Покупала на рынке, на обычном лотке, потому что нигде больше я их найти не могу. Следующая моя покупка, это сухой шампунь. Приходится покупать именно этот сухой шампунь, потому что, к сожалению, у нас нигде в косметических магазинах другой марки сухих шампуней я не нашла. Это сухой шампунь от марки Сьос. Не нравится он мне, но приходится пользоваться, потому что выбора абсолютно нет. Очень заметен на волосах, поэтому я с большого расстояния распыляю его на волосы, так как у меня абсолютно черный цвет волос. А этот шампунь идет полностью белый, поэтому он очень заметен, и я хорошо его прочесываю по нескольку десятков раз, наверное, для того, чтобы хоть немножко убрать эту белизну и как будто присыпанную мукой голову. Следующий подарочек, это уже не покупка, это подарочек моей маме на день рождения подарили. То есть подруга подарила набор из Avon, то есть там нет некоторые продукты от компании Avon. Так как у меня мама не пользуется косметикой, она отдала мне эти подарочки. Первый продукт, который ей подарили, это было средство для снятия макияжа с глаз. Обалденная штука, можно видеть, сколько я уже использовала. Это с июля месяца, то есть почти за полтора месяца я использовала уже половину, стираю им только глазки. Очень мягко, очень бережно смывает глаза, то есть смывается абсолютно полностью весь макияж, легко, быстро, не печет глаза, не щипит, очень увлажняет кожу под глазами, поэтому с удовольствием пользуюсь, очень-очень мне нравится. И второй продукт, который был от марки Avon, это была вот такая вот потрясающая тушь. Здесь обалденная силиконовая кисточка, она просто круто прокрашивает реснички, такие вот коротенькие ворсинки силиконовые, обожаю просто силиконовые кисти, хорошо прокрашивает, хорошо разделяет реснички, и на сыворотку от Eveline 3 в одном она обалденно работает, делает ресницы очень пышными, очень густыми, наслаивается тоже очень хорошо, за счет того, что здесь очень частые силиконовые ворсинки, она очень хорошо расчесывает реснички и не склеивает их в паучьи лапки, поэтому с удовольствием пользуюсь, обязательно закажу еще. Следующие две покупки, это новиночки, покупала я их только вчера. Это незнакомая мне фирма, которая появилась совсем недавно в сети магазинов Cosmo. LN написано, не знаю, как она расшифровывается. Написано Made in Germany, то есть Германия. Первое, что я купила, это то, что сейчас находится у меня на губах. Это обалденный оттенок карандаша для губ. Он очень-очень такой вот нейтральный, нюдовый, но придает немножко серо-коричневого оттенка, холодный оттенок, который я очень сильно люблю и который я долго искала. Здесь 1,7 грамм и оттеночек у меня 0,1. Карандашик очень мягкий, очень такой вот полностью матовый, без шиммера, без ничего. Сейчас он у меня на губках, то есть можно видеть, как он выглядит на губах. Очень хорошо ложится, хорошо держится, он у меня уже, наверное, часа 4 сейчас находится, заполняю я им полностью все губы. Если зайти немножко за контур, делает очень пухлые, красивые губки, поэтому с удовольствием пользуюсь. Вот вчера купила и вчера же накрасила, и сегодня вот
полдня хожу с ним, мне очень нравится. И второй продукт тоже от этой марки, тоже LN. Черная подводка обычная. Я люблю подводки именно с гнущейся кисточкой, то есть такой вот из ворсинок. Здесь идет такая вот тоненькая кисточка, она очень хорошо красит, то есть она такая эластичная, можно как толстые подводки делать, так и тоненькие. Очень нравится, сама кисточка очень нравится. Вчера попробовала, держится в принципе хорошо, делает матовый эффект, поэтому пока что точного отзыва сказать не могу, как только распробую, обязательно расскажу. Стоит, кстати, эта косметика очень дешево, карандашик стоил по акции 16 или около 17 гривен, и подводка стоила 40 гривен, что, в принципе, для подводки карандаша для губ абсолютно недорого, мне пока что нравится, от оттенка карандаша я в полнейшем восторге, с удовольствием буду пользоваться, поэтому присмотритесь, и кого заинтересовало, можете пойти потестить, там очень много разных продуктов. Следующие покупочки уже будут не из косметики, это вот три такие резиночки, стоят они у нас по 10 гривен, взяла сразу три, обожаю их, ношу на гульки, ношу на хвостики, ношу на косички, то есть очень нравится. Пользуюсь такими с удовольствием, и у меня их куча-куча разные. И четыре последние покупки брала я в магазине Ева. В этом магазине часто проходят разные акции, которые очень выгодно позволяют купить некоторые средства, некоторые продукты. И в этот раз там была акция, которую они часто проводят. Это покупаешь два лака для ногтей, и любые лаки для ногтей, еще два идут в подарок. Поэтому я, не задумываясь, решила воспользоваться этой акцией и купила два лака для ногтей вот таких вот. Надеюсь, видно будет хорошо оттеночек. Это белый оттенок. Очень редко могу найти нормальный белый оттенок, который будет перекрывать ногтевую пластину с первого слоя. Это обожаемые мной LCF лаки для ногтей. 001 оттеночек. Белый абсолютно обычный. То есть он, как я поняла, предназначен для френча. Но я сейчас вот наношу его на все ноготки, очень нравится и очень хорошо носится. И второй я взяла в таком вот красивом оттеночке, он голубой такой вот, очень красивый небесный цвет, 0,67. Тоже мне нравятся по качеству эти лаки, можно увидеть сзади на полочке, у меня очень много лаков от этой фирмы. И решила взять ей два лака в подарок. Первый это тоже LCF, но уже мини-версия, маленький лак, это закрепитель. Экспресс лак маникюрной основы 6 мл. Наношу я его, когда на некоторые ноготки клею стразы или просто, когда не хочу маникюр делать, то есть красить ногти каким-то ярким цветом, просто наношу на ноготочки вот этот вот прозрачный лак, и он придает такой вот естественный красивый глянцевый блеск, поэтому с удовольствием пользуюсь, штучка нужная, поэтому взяла такой. И обалденный просто оттенок лака от фирмы Ноготок. Это какая-то новая серия у них. Написано, что up to 7 days, то есть 7 дней держится. Такая вот интересная обновленная версия. Очень красивый оттенок. Я искала себе черный оттенок, но когда попробовала на ногте и на бумажечке вот этот вот ягодно-сиреневый, он очень-очень насыщенный, темно-сиреневый такой вот. Красиво смотрится, в один слой тоже очень хорошо перекрывает ногтевую пластину, но я всегда, каким бы слоем ни ложился лак, всегда наношу два слоя, потому что так более ровнее и более красивее смотрится маникюр. Поэтому с удовольствием пользуюсь, оттеночек лака 0,50, там очень-очень много разных оттенков, безумно понравился, очень мне нравится. Вот, в принципе, все покупки, которые я сделала за последнее время. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Всем огромное спасибо за внимание. Всех очень сильно люблю и всем пока-пока!